полиция или я твоя, или кто еще? Мать. Відколи друзі 21-річного Микити почали готуватися до його виступу, поближче до сцени підтягнулося чимало допитливих. Хоч краєм ока глянути, що ж вони задумали. Це той чоловік, який сидів рядом з нами? Так. А, це ось той чоловік. Смотришь как бы на красивую сказку, которую показывают по телевизору, и понимаешь, что хочешь тоже сказки в жизни, потому что рутина, она убивает в тебе личность и вот потенциал, который есть. Добро пожаловать! Здравствуйте. Это мои подружки. Мама моя дорогая, какая красота. Давай знакомиться. Меня зовут Никита Волков. Я приехал из Одессы. Так. Это Гризольда Шторм. Так. Очень скромная девушка. Да. Это сестра Алекса. Очень приятно. Да. Да, ну я надеюсь, я не испорчу. Не только украсть. Ну что? Готов? Конечно. Прошу, на ступенечки на сцену. Пёстро. Очень. Пёстро. Просто... Удобно. Больно глазам. Больно. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита! В глазах хоть потом же сделайте! А кто в группе поддержки? Мои подруги. Девочки, слышу. Вас хотят девочки. Видеть. Это девочки такие кричащие? Девочки. А сколько их там? Двое. Ну каких? Давайте, а ну выйдите, давайте. Пускай все увидят. Давай, 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 давай. Ну что, здравствуйте. А шо, а шо? Караул. Боже. Добрый день. Девочки, ко мне. Хиба... Игорь, тримайтесь. Это девочки, а чего вы так басите, девочки? А что робити, життя тяжке. Що ж ти співаєш з такими прекрасними красунями? Я співаю так. Дуже гарну, файну пісню. Яку? Rise like a phoenix. Кончита Вюрст? Кончита Вюрст. У мене просто другого вибору не було. Давайте. Да. Да. Давайте. Главное, що воно у вас було. Ми хочемо, щоб ви тут танцювали. Waking in the rubble, walking on the glass. Neighbor says we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. Stranger getting nearer. Що з людьми робиться? Who can this person be? You never know me today. From the fading light I fly, rise like a phoenix. I'm of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution you will want. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame.
tell about your business. Ask if you were free. No one who had witnessed what you did to me. 'Cause you never know me today. And you have got to see. The fairy light of love rise like a phoenix. I'm all the ashes seeking rather than vengeance. Retribution you want. Once I'm transformed, once I'm reborn, I rise up to the sky. You pull me down, but I'm gonna fly. And I rise like a phoenix. I'm all the ashes sinking rather than vengeance. Retribution. Так, девочки, девочки, идите до Оксаны, у нас серьезный человеческий разговор. Уже пришла я. Девочки, браво. Браво. Ванечка, спасибо тебе, дорогой. Это экспромт. Хоть один кто-то поддержал. Так, ну дивись, Никита, ти не фальшував, ти точно все проспівав, і ти знаєш собі ціну вокальну. Єдине, що в тобі трошки насторожує, це твоя груба підтримка, а так все інше нормально. Игорь дуже консервативный, как завжди. Мне кажется, что эта песня, я понимаю, что она тебе очень близка. А с чего я выплываю? С группы поддержки. Это просто не твоя песня, но при этом что-то можно с тобой делать. Песня абсолютно его. Абсолютно ни с чем не согласен с тем крылом. Все спасибо. Говорили не то. Впечатление потрясающее. Сам голос очень красивый. Улыбка озаряла ваше пение. Очень уместно. Никита, есть красивые места, есть действительно неуверенные места в пении. И, в общем, я говорю да. Іван. Я говорю да. І ти сказав да. А Ігор? Ну, так і я кажу так. Звісно, да. Можна падати в обморок? Да. До побачення. Ти пройшов далі. Спасибо. Але тренувальний табір їх не бери. До свидання. Спасибо большое. Это тот жизнь, который существует в этом мире, и оно есть. Оно есть. Ты не ожидал, что будет так воспринято твое исполнение, но, по-моему, да. Великолепно ты спел. Спасибо большое. И голос у тебя... У вас прекрасные каблуки. Совершенно. Гризольда позавидовала. Да. Съемка закончится, могу подарить. Мы уже обсудили этот вопрос. Хрупкая, тоненькая, утонченная. У вас, ну, мама, здесь же ведь лошадь 43-й. Я думала, что я крупная девочка. Но есть крупнее. До свидания. Хорошего дня. Близится конец света. Конец света близится. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.